9 февраля в бильярдном клубе «Алиби» стартовал первый тур командного чемпионата Ленинградской области среди муниципальных образований по русскому бильярду. Организатором турнира стала Федерация бильярдного спорта Ленинградской области. Всего в чемпионате приняло участие 8 сборных команд – Тихвин, Выборг, Сосновый Бор, Кириши, Луга, Кингисепп, Гатчина и Сертолово. Согласно регламенту чемпионата, каждая команда состояла из 3 мужчин и 1 женщины. На открытии турнира к собравшимся со вступительным словом обратились депутат Госдумы Сергей Петров, президент Федерации бильярдного спорта Ленобласти Вячеслав Аракелов и председатель Совета Лиги любителей бильярда Михаил Горба. Все мы, то есть, ищем резервы, и хотим создать нормальную материальную базу для игроков Ленинградской области. И прежде всего, конечно, мы думаем о детях, но и формирование состава сборной команды – это тоже очень важная вещь. Конечно, все-таки бильярд – это массовый вид спорта, но он не олимпийский, не спорт, там, по которому идут высшие достижения и так далее. Здесь надо поработать и федерации бильярда, надо развиваться, надо как-то входить, пытаться, подниматься. Год назад была создана Федерация бильярдного спорта Ленинградской области. Мы провели фестиваль бильярда, где собрали максимальное количество команд с 18 муниципальных образований. А сейчас уже решили встать на профессиональные рельсы. Мы хотим, чтобы наши игроки, жители Ленинградской области, представляли Ленинградскую область на городских, международных и всероссийских соревнованиях. В связи с этим нам надо выявить лучших, чтобы они достойно сделали это. В бескомпромиссной борьбе победу в первом туре чемпионата области одержала команда Гатчины. В течение весны этого года пройдут еще 3 тура чемпионата, а в конце мая в Выборге состоится суперфинал, в который попадут 4 сильнейшие команды. По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда Ленинградской области по русскому бильярду. Согласно квоте, областные игроки получают 2 места на чемпионате России. Сборникам будут обеспечены все условия для тренировок и ежемесячная стипендия. Если ребята изъявят желание, конечно, мы их бросим в огонь, чтобы они нюхнули пороха и поняли, что вариться в собственном соку – это, конечно, здорово, но чтобы, одним словом, на какой уровень надо будет выйти в перспективе. Молодежь сегодня пытается как-то выразить себя, сядет в компьютер, и в компьютере начинает стучать по клавишам. Вот это вот плохо. Вот от этого нация здоровее не станет. А вот если они начнут себя выражать в спорте, там, любым видом спорта, это просто здорово. Это здоровье нации, это здоровье России, здоровье нашей Ленинградской области, каждого района, каждого поселения. Так что всем здоровья, счастья, радости вам, вашим близким, и занимайтесь спортом.